Соревнования продолжаются. Сейчас проходит встреча команд Меридиан Энерго и Мус Энергосбыт. Очень важный матч с турнирной точки зрения. На данный момент у Меридиан Энерго победа над Газпромтрансом за счетом 4-0. У Мус Энергосбыта 1-3. Поражение от Интеррао. Если сейчас Мус Энергосбыту не удастся набрать очки, то мимо первого-второго места команда пролетает, будет бороться за третье место с Газпромтрансом. Если у нас сейчас случится ничья, то будет все зависеть от того, как Меридиан с Интеррао сыграет и как у нас Мус Энергосбыт сразится с Газпромтрансом. Там кто будет лучше в этих матчах, тот может на второе место выйти, а пока же стремительная контратака. Меридиан приводит к первому забитому мячу. 1-0. Обескураживающее начало для Мус Энергосбыта. Они в первом-то матче выглядели несколько потерянными. Но сейчас, после того, как уже через минуту первый гол пропустили, где уж тут энтузиазма наберешься. Энергосбыт пытается сейчас почувствовать мяч, забрать его под контроль, а Меридиан не торопится отбирать снаряд. Если у них хорошо, первая контратака получилась. Почему бы не повторить? Ведь Мэс сейчас придется раскрываться. Второй матч подряд проигрывать нельзя. Еще один дальний удар. Только пробить головой, а можно было обработать. Дрисова здесь пытаются повредить. Игровое столкновение случилось. Время сейчас установлено для оказания помощи игроку. Такого игрока нельзя терять. Вратарь отлично играет на выходе. Поль, повтори, пожалуйста.
темп игры растет и пытается взвинтить его мозг энергосбыт. Есть свободные игроки, сейчас у МОС энергосбыта есть, куда делать передачи, но это заведомо такие пасы, которые к обострению опасным моментом не приведут. Ну вот хороший проход, и только усилие Ажнова спасают меридиан от пропущенного мяча. И еще один удар по воротам. Очень долго запрягает МОС энергосбыт. В первом матче они начали играть на последней минуте. Сейчас по прошествии только 5 минут, так что прогресс есть. Может быть, матч против Газпромтранса с первых секунд начал в полную силу. Сейчас разыграли аут футболисты МОС энергосбыта. Короткий пас и сразу удар. Хороший финт закладывался. Девятый номер МОС энергосбыта. Быстрее нужно расставаться мячом и двигаться. Добивание здесь, Ардов, и еще один удар. Меридиан, ну вот взяли они паузу для того, чтобы, видимо, отдышаться. Все-таки Меридиан проводит второй матч подряд. Совсем небольшой перерыв был между играми, поэтому вот иногда они вот как клавиши западают, так же и Меридиан вроде бы в игре остается, ничего не делают футболисты. Теперь еще один хороший удар. Контратака Меридиана. Здесь третий защитник.
Включился, стало уже понятно, что вряд ли забьют меридиан. Мы с отцом удалось выровнять игру. Я думаю, что второй тайм никого не оставит разочарованным. Передача направо просилась чуть раньше, но на то он и капитан, чтобы своей командой руководить и в самые нужные моменты помогать. Попытка пробить сразу сейчас была. С лету. Свисток на перерыв. Второй тайм при счете 1-0 начинается в пользу Меридиан Энерго. Забить удалось уже синим на первой, ну, в начале второй, может быть, минуты встречи. И с первых секунд казалось, что матч останется целиком и полностью за Меридианом. Но мосэнергосбытовцы после пропущенного мяча довольно быстро сумели оправиться. И в целом вторая 10-минутка прошла при равной борьбе. Наложился на Газбыта. Мы уже видели от них такие простые комбинации. Тогда было опасно. Сейчас закончилось его дело взятием ворот 1-1. Перед началом этого поединка мы прикидывали
какие изменения в турнирной таблице, в группе А произойдут, учитывая того или иного исхода игры. И в целом-то ничейный результат неплохой для МОЗ-Энергосбыта. Если матч заканчивается в ничью, МОЗ-Энергосбыту нужно надеяться, что Меридиан не наберет очков в матче против Интеррау, а самому МОЗ-Энергосбыту нужно забивать как можно больше Газпром-Транс. Это будет заключительный матч для Газпром-Транса. К этому моменту команда устанет. Поэтому почему бы не сыграть МЭС по результату. Обыгрывать нужно будет Газпром-Транс крупнее, чем 4-0. Но это в случае ничьей. Ее еще Меридиану нужно вырвать. Именно вырвать, потому что МОЗ-Энергосбыт сейчас очень близок к тому, чтобы закрепить успех. Здесь фол. Два игрока. Хорошая комбинация. Меридианы провели. Тайм-аут берет МОЗ-Энергосбыт. Матч продолжается 1-1. Меридиан, Энерго и МОЗ-Энергосбыт продолжают борьбу. Одно нарушение правил было в матче. Вот сейчас второй фул МОЗ-Энергосбыта. И для Меридиана это хороший шанс. Стандарты Меридиан всегда очень неплохо реализовывал. Поле приведено в порядок, можно продолжать сейчас игру. Идрисов и мяча. Идрисов сам решил пробить. Не вышел грань. Плохо работает.
Картер подсказывал защитнику, что он сейчас мяч в руки заберет. Чем же было так рисковать? Такие потери мяча не идут на пользу никому. Мосэнергосбыт заводится с каждой минутой все сильнее. Но у них есть преимущество. После первого матча у них было 30 минут для того, чтобы отдохнуть. Меридиан сейчас проводит вторую игру практически без паузы. Слишком очевидный пас. Дрисова, два защитника мяч выцарапывают. Да, Коль, так, будет Меридиан. Еще один раз тоже по поддержке. Насколько сумбурная игра пошла. Последние минуты полторы не удается ни одной из команд за мяч зацепиться. Желтая карточка игроку. Сам попросил отойти соперника на 5 метров, но потом свистка арбитра не дождался. Желтая карточка без фола. Еще один удар сразу после ввода мяча с линии. Великолепный момент сейчас был у седьмого номера Мосэнергосбыта, чтобы вывести команду вперед. Еще один момент у Мосэнергосбыта. 2-1 становится счет за 39 секунд до финального свистка. Счет, который, естественно, категорически Меридиан Энерго не устраивает. Потому что если не удастся им сравнять, то для них становится обязательной победа в матче с Интеррал. Thank you.
Ну все, теперь уже и тайм-аутов нет у команд. Теперь только в атаку, только вперед. Меридиан снимает вратаря, выпускает полевого игрока. 30 секунд, уже меньше даже. Если сейчас не вырывает Меридиан Энерго ничего, то может остаться без золотого плей-офф. Нужно просто достоять было сейчас с мячом около углового флажка. Вот угловой отметки, наверное, так будет правильно. Флажков у нас в мини-футболе нету. Просто постоять с мячом. Зачем рисковать? Последняя атака Меридиан в матче. 3, 2, 1. Все, победа Мосэнергосбыта.